В принципе, у меня вопросов нет к ребятам, но игра длится 60 минут. Не 50, не 40, не 20, не 58, 60 минут. Так что, результат налицо, ненужное удаление. Вот, и команде соперника. Мы готовились к этой игре, исполнители есть. К сожалению, так. Дмитрий Геннадьевич, с победой. Хороший матч, хорошая команда соперника, очень тяжелый матч. Также готовились, верили до конца. Ну, в принципе, повторюсь, игра длится 60 минут. Парни старались до конца, победили. Всех с победой. Большая благодарность болельщикам, которые подошли поддержать нас.